Армия РФ понесла колоссальные потери под Павловкой Донецкой области. Сейчас туда едут офицеры РФ, чтобы подавить бунт недовольных. Это подтвердили ВСУ. Ранее Росми сообщали, что морпехи РФ из 155-й бригады жаловались, мол, потеряли сотни человек за 4 дня на Донбассе. На Донецком направлении оккупанты выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям, заявили восточные группировки войск ВСУ. Сейчас россияне несут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Эти направления являются эпицентром войны, там идут самые жестокие и кровавые бои. О том, что украинская армия отражает вражеские штурмы на Донецком направлении, свидетельствуют карты Американского института изучения войны. Также ВСУ продолжают контрнаступление на Луганщине на линии Сватово-Кременная. В Новософиевке Херсонской области армия РФ разместила подразделение из Чечни, сообщает Генштаб. Оно присоединилось к грабежу местных жителей и их домов. В Энергодаре враг усиливает контрразведывательные меры, собирают личные данные жителей и незаконно задерживают украинцев, сообщает Генштаб. Компания-производитель украинского разведывательного дрона «Шарк» показала его в действии. У БПЛА надежная зашифрованная связь и камера с 30-кратным оптическим увеличением. Это обеспечивает отличную картинку даже в дождь. «Шарк» способен углубиться в тыл врага до 60 километров и вести наблюдение на расстоянии до 5 километров до объекта. За минувшие сутки украинская авиация нанесла 24 удара по оккупантам. В зону поражения попали 17 районов скопления сил и техники, 7 позиций ПВО врага. Украинское ПВО сбило самолет Су-25, беспилотник Ланце-3, 4 дрона Орлан-10. Потери армии РФ в живой силе с начала войны превысили 77 тысяч убитыми. Подпишись на канал, поставь лайк и комментарий под этим видео. Мы ценим обратную связь.